Генеральная прокуратура обнаружила в нескольких телеграм-каналах контент, из-за которого дети могли совершить суицид. О каких именно случаях идет речь, не сообщается, но генеральный прокурор уже дал поручение проверить все последние факты детских самоубийств на предмет возможной пропаганды суицидальных настроений в соцсетях. За пропаганду самоубийства в интернете прокуратурой начато 3 досудебных расследования. Поручил расследовать уголовные дела спецпрокурорам. Будут проверены участники и администраторы нескольких телеграм-каналов касательно контента, толкнувшего детей на суицид. Проведем необходимые следственные действия, назначим ряд экспертиз. МВД поручено проверить все факты суицидов в стране на наличие признаков статьи 313, часть 1 Уголовного кодекса.